Мне с Москвы надо оформить на Екатеринбург. И он как меня вот здесь на МКАДе поведет? Или он меня через МКАД будет выводить? Я обычно, если в Бронницах загрузился, я выезжаю на 108 и на 7. А здесь он меня будет, если через МКАД, мне надо до ночи стоять, получается. Потому что днем нельзя по МКАДу ездить. И вот и непонятно, и куда он меня сейчас ведет. Если вы выбрали какой-то более короткий, который вам знаком маршрут, да. Они есть. Да, там какими-то деревнями, еще как-то. Да, конечно, есть. Короче и дешевле. Да. Но автомат просчитывает. Автомат просчитывает по-своему, и он мне выдает по федеральной трассе больше, чем мне надо. Платить и платить, в общем, вопрос. Да, да? Плати и все. Вот он мне выставил 2900. А еще собьешься, пройдешь еще деньги. В маршрутной карте существует несколько опций, в том числе и промежуточные точки. И поэтому от 3 до 7. Поэтому нашим пользователям лучше, конечно, выбирать не просто точку-точку, да, начало маршрута и конец маршрута, но и, соответственно, промежуточные точки, то есть те направления, где более удобно проехать именно данному пользователю. А можно как-то посмотреть вот через программу, какие из наших маршрутов оплачены? И какие остались? Во сколько маршрут вы? 6. Так. Вы перечислили деньги. На лицевом счете возник остаток. Мы сверили, цифры сходятся, на наши машины все зачислено, но мы хотим проверить, какие из этих маршрутов оплачены, а стоит значок, что они активированы просто. И все. Вот у нас должен это... какой значок стоять? Вот там есть у них еще значок, еще такая галочка на зеленом фоне, оплачено. То есть вам надо специально сюда прийти, а дома это посмотреть невозможно? Я не знаю, можно, не можно. Не знаю, поэтому я... У вас есть опасение, что через личный кабинет там может быть какая-то ошибка, и ваши маршруты могут попасть под штрафы? Ну, сомнения есть, поэтому приехали. У нас в этой программе только ваши данные, мы не можем видеть такую информацию. Что касается системы в целом, то она работает в штатном режиме. Сейчас действительно очень большая нагрузка, огромное количество пользователей все-таки ждали 15 ноября. И поняв, что ничего не изменится, все-таки нужно будет регистрироваться. Сейчас вот у нас как раз-таки 80% это идет именно регистрация. И система выдерживает достаточно серьезную нагрузку и бывает очень медленно работает. Но в итоге она все подгружает под конец дня, и мы видим всю картину потом реально. Поэтому пользователям сейчас не нужно волноваться, если они видят регистрацию, если они выписали маршрутную карту, они могут спокойно двигаться, даже если система сразу не показывает там, ну, какую-то реакцию на их действия. То есть на самом деле мы все видим, и переживать пользователю по этому поводу не стоит.